Привет! Сегодня мы открываем единорога с крыльями. Видите, какой он? И еще здесь сзади сейчас посмотрим, какие еще есть. Вот это он, это еще сотрия в видеомагазине, а это его папа. И сейчас мы видите, какой он, у него есть рог и крылья. Сейчас мы его будем снимать. Смотрите, что здесь у нас было. Карточка и еще карточка. Здесь что-то было. И что-то здесь где-то здесь открывать должно было. Это здесь так. Подписчики, это тяжело немножко открывается. Только надо тянуть. Вот. Вот что здесь было за скотч. Ну, была хорошо приклеена. Та-дам-та-да-дам. Не скоро успеем здесь открыть. Здесь у нас не погодятся. А если не успеем это сделать, тогда мы полым коробку. Здесь как-то это вытянешь. То есть, наверное, нам немножко не зелеть эту красоту, а то нам вовсе не будет важна коробка. А то игрушка не хочет витаскивать. Где она уже витасится? Не знаю, сколько мы уже долго это открываем. Здесь есть какой-то еще скотч? Думаю, что здесь мы как-то... Думаю, что мы не подбудем ватку. Эту коробку должны не порвать. Она сама не хочет по-хорошему. Вот что здесь нас изъедало. Ну хорошо, и как сейчас будем подшипать? Здесь такое я видела, но не знаю, как это действует. Подскажите, пожалуйста. Помочь. Мы сняли, это мне мама помогла. Эта игрушка неразбиваемая, но, возможно, ее можно разбить, если много постараться. Ну, мы не знаем. И это не будем пробовать. Еще посмотрите, как красиво она где была. Видите, какая красивая? И нам здесь все время, здесь нас дар. Вообще, недолго это все мне мама вспомнила. И вот все, что мы сделали, чтобы освободить эту понязку. И сейчас мы ее рассмотрим. У нее такие радужные крылья. Здесь такое прозрачное. И здесь начинается радужное. Здесь белое. И на другом крыле так же. И здесь что-то вот такое. Как-то можно здесь вратать. Выглядит зато это раскрыли. Еще у нее вот такое красивое личко. У нее черные глазки без цвета. Только черные. И белый зрачок, если видно вам. И здесь такое черненькое немножко. Рог. Как мы уже сказали, когда начинали. И прекрасная грива с блестками. И крылья, кстати, тоже есть блестки. Вот здесь тоже есть блестки, здесь тоже видно. И здесь на гриве и такая красивая голова. А это выглядит как такой мягкий. И столько мы гладим его, мы пришли до ног. И ноги у него тоже золотые. Здесь даже копытца есть. Ух ты, как красиво копытца, какие у него золотые. Хорошо, теперь мы закончили и приходим к краску. Они как настоящая марк. Она похожа как-то настоящая. Но у нее на хвосте так, вот так завязано красиво, чтобы выглядеть. Но это уж у нее не мягко, то так выглядит. Вот такие придумали. И тоже есть блестки. На... Здесь еще такое есть, как-то они за кусок тела. Ну, они есть кусок тела, но только как-то красиво. И мы закончили игровали. И ставьте лайки, если вам понравится. Подписывайтесь на канал. И всем пока-пока!